Карелии снизилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией, в том числе серозным менингитом. Пик заболеваемости пришелся на сентябрь-октябрь. Сейчас в больнице проходит лечение 8 больных с признаками инфекции. Карелия – один из лучших регионов для осеннего отдыха. Согласно опросу интернет-сервиса Biletics, лучшими внутренними регионами для осеннего отпуска туристы выбрали Крым, Сочи, Карелию, Минеральные воды и Татарстан. В Госдуме предложили запретить продажу газировки и сладостей в школах, а также обязать производителей продуктов указывать на упаковке допустимую для детей суточную норму потребления сахара. Железнодорожный переезд на Пряженском шоссе в Петрозаводске перекроют 17 и 18 ноября с 10 до 16.00. Представители РЖД сообщают, что временное ограничение связано с ремонтом железнодорожного пути и заменой настила. Горожан просят помочь в приготовлении лыжной трассы фонтана к зимнему сезону. Мероприятие запланировано на субботу, 17 ноября.